А сейчас самое длинное выступление, такие самое длинное выступление на этих показательных человека с магнитофоном. Эдакие люберцы, год 1986, электроника или, может быть, приемник «Романтик». Ну и Хавьер Фернандес. Его, кстати, объявили принцем Испании, принцем Спейна. Вот так? Да. Аэробик класс. Вот и посмотрим. Now it's time to burn off those tubes. Vamos! Vamos! Какую-то зарядку демонстрирует. Аэробика у него заявлена. Вот она пошла. Доброе утро, Испания. И не важно, что в стране сейчас время вечерней трапезы. Вот так, Супермен. Он на Европе то же самое демонстрировал? А я не был на Европе на показательной. Интересно, я первый раз вижу такое вообще. Сегодняшний концерт стоило проводить только ради Виверпаджа и Фернандеса. Хотя бы ради них. Залейте. Курт Браунинг, насколько я понимаю, да. Так и есть. Время быть серьезным, нам сообщили. Да, совершенно по праву он катает свои 5.5 минут, я считаю. Это... Мне кажется, его нужно еще во вторую часть программы, да, тоже поставить. Уже.
Что-то невероятное, блестящее выступление Хавьера Фернандеса. Если на Уверпаже хотелось плакать, то на Фернандесе улыбка не сходила просто ни на секунду. Адиос, говорит всем. Да, я и так уже 5,5 минут тут находился, и поэтому мне пора уходить. Я не хочу опоздать, отметил Хавьер Фернандес, повернулся. Видимо, не торопится. Или просто билеты уже пропали. Куда он там опаздывал? Да, публика, а публика стоит. Класс. Здорово. Но... это действительно великолепно. Да, это заслуженно. И мы давай поприветствуем. Сейчас в нашу сторону Хавьер Фернандес поклонился и в нашу же ушел. И сейчас нам объявили по всему стадиону, что помогал Хавьеру в этом показательном номере Курт Браунинг. Лучший заливщик льда в истории чемпионатов мира.